друзья. Готовы размышлять? Тогда поехали! Сколько будет 2 плюс 2? 4. А почему? Ну потому что 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 равно 4. Ну что тебе на пальцах сосчитать? Нет, ты меня убедил. Теперь я никогда не буду возвращаться к этому вопросу. Потому что я знаю истину. Ответ на этот вопрос был разумным и доказательным. Кто бы сомневался? А теперь представьте, что ответ на этот довольно простой вопрос звучал примерно вот так. Сколько будет 2 плюс 2? Ну, 7. Сколько будет 2 плюс 2? 3. Сколько будет 2 плюс 2? Не знаю. Чувак, мне все равно, я в клуб. Знаешь, свет небесных тел, отражаясь в своей материи... Слушай, я не хочу знать ответа на этот вопрос. Дико, глупо, безрассудно, не правда ли? А теперь представьте себе весы. И положите на одну чашу весов вопрос, сколько будет 2 плюс 2, и на другую, в чем смысл моей жизни. Какой из этих вопросов наиболее достоин нашего пристального внимания и кропотливого изучения? Разве не должен самый главный вопрос нашей жизни найти обоснованного и разумного ответа? Но почему-то зачастую он звучит приблизительно так. Я тут подумал, в чем смысл моей жизни? Не знаю. Чувак, мне все равно, я в клуб. Знаешь, свет небесных тел, отражаясь в своей материи. Да какой свет небесных тел? Какая тут может быть философия? Дай мне разумный, обоснованный ответ. Ясный вопрос, ясный ответ. Сколько будет 2 плюс 2? 4. Хотя бы так. Итак, дубль 2. Я зачем живу? Ем, сплю. Для чего? Ради денег. 40% населения планеты Земля спать ложатся голодными. У меня сейчас денег нет. И что теперь? У меня нет смысла? Но может быть, дети? Ежегодно в России умирает 12 миллионов детей. Ребят, вам просто не повезло? 2 из 10 женщин бесплодны. Ну все, девочки, вы за бортом. Так что ли? Ведь это тоже люди. В каждой седьмой семье ребенок наркоман или алкоголик. Ради чего живут их родители? Ради чего живут эти дети? Ради удовольствия. Чувак, мне все равно, я в клуб. Вот вам двоим, по-моему, по пути. Приходим к выводу, что ни одно разумное существо не может дать нам четкого ответа. Ну все, теперь сидим сложа руки. Да перестань! Чтобы ответить на вопрос, сколько будет 2 плюс 2, ты вставал в 6 утра и пёрся в школу. Давай не будем игнорировать и этот вопрос, ведь он так важен для нас. Давай предпримем что-нибудь. Может быть, спросим у того, кто нам эту жизнь дал? Ведь раз он нас всех создал, значит, он знает почему. Значит, он сможет ответить нам. Будем размышлять и доказывать, друзья. До скорого.